И вы, если захотите, его сделайте. Мы же про любовь к себе. Мы про себя сегодня любимую. Вот есть такой момент, что напишите, пожалуйста, для себя список из того. Называется «Как меня нужно любить». И напишите там пункты, кто сколько, 35, 10, 15, давайте классно это 30, ну хорошо это 20, ну 10 пока, настолько пока не понимаю о чем, что 10, ну если 5 тоже. И вот как меня нужно любить моим родным, простые вещи, вплоть до того, что давать мне часик вечером, налить мне чашечку чая, спросить, как дела, погладить макушечку, не знаю. Как меня нужно любить? Как меня нужно любить? Как хотите. А кто вас еще любит? Коллеги? Списочек. Этот список можно повесить на холодильник. И теперь вашим родным легко вам сделать приятно. Чашечка кофе, погладить, сказать люблю. Попробуйте, как меня нужно любить. А здорово, если все ваши домочадцы тоже это сделают. И вам теперь понятно, как ребенку показать, что он любимый. Угу. В моей истории, когда я дочку спросила, как тебя нужно любить, думая, что я делаю массажики, разговариваю с ней, она говорит, когда ты мне M&M's из магазина приносишь, я чувствую, что ты меня любишь. Как? Все просто. Пусть она на этот момент хотела эти конфетки, неважно, но мы приносили ей M&M's, понимаете, через какое-то время она сказала, все, хватит, у меня другой пункт. У меня другой пункт. И пусть. Телефон не мешает играть. Ну, простое что-нибудь, на это я потеть не могу, это другой договор. Простое что-то, вот простое, что я могу вот без денег тебе сделать, вот так давайте, да, ну, поиграть без денег, но вы меня поняли, с телефоном отдельная история, там его, кроме телефона. Поэтому попробуйте, вы и себе ведь ответите на вопрос. Может быть, мне нужно поваляться где-то посреди дня, там что-то сделать. Вечер один в неделю вообще уходить, куда я хочу. Я не знаю, что это будет. Отпустите меня. Для меня это важно. Попробуйте. Это интересно. Это про любовь к себе. Это я себе сама отвечаю, чего я хочу на самом деле. Пусть дурацкие будут первые пункты. Быстро или... Это ваше вообще можете не делать. Нет, в смысле, а можно попробовать сесть прямо написать, да? Или это может быть с утра там. Ну, как хотите. Работать. Вообще свобода действий. Сделайте, как вам приятно. Они могут дописываться пункты потом. Я же забыла, мне же надо вот действительно там по воскресеньям в час дня написать смс-очку люблю. Я не знаю, что это будет. Милые какие-то милости, вот приятности. Угу. А может быть, вы эти пункты сама для себя сделаете попервой. Не увидели родные, не поняли, фыркнул муж. Что это за хрень? Сама себе. Пока так. А потом он увидит, какая вы счастливая от этой чашечки чая, от этой чашечки кофе. Все?